Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаута. Как я и обещал, перед Новым годом я буду снимать для вас Subnautica. Самое главное, это оригинальная версия. И мы будем получать на нее новое обновление, потому что я ее купил, да, я ее купил. Это будет такой подарочек, такие выпуски вам перед Новым годом. Еще я обновил свой внешний, да, я целые новогодние каникулы перед Новым годом буду вот в этой прикольной, забавной шапочке. Ну что ж, давайте начнем новую игру. Я лично хочу выживание, режим только с одной жизнью. Потерпевно собирайтесь, нужно, чтобы выжить. Ну вот, такой вот мне режим нравится. Приступаем, короче, к игре. Да, самое радует то, что игра в раннем доступе, она не перестает выпускать на себя обновления, что означает то, что игра будет даже довольно интереснее. И как говорили разработчики, сама игра не перестанет нас удивлять. Она с каждым разом будет нас все сильнее удивлять, да, друзья, все сильнее будет нас удивлять. Я даже очень рад, то, что буду снимать для вас эту очень классную игру, да, это очень круто. Да, пока вот у нас тут загрузка карты идет, мы можем, в принципе, поболтать. Можете написать мне, что бы вы хотели, какие вы бы хотели увидеть от меня ролики. Я могу вам предоставить прохождение там ARK Survival World или еще чего-нибудь, что мы до этого проходили. Может быть, вернемся даже к Just Cause 3. Вот тут у нас загрузочка идет пока. Даже очень интересно, когда я еще качал торрент версию, которая у меня не включилась игра. У меня так загрузочка была совершенно другая. Любую клавишу. Оба-на. Такс. В углу у меня тут дружище. Хотел в КС поиграть, но я с ним попозже сыграю. Так, и что мы должны сделать? Выбраться из капсулы, скорее всего. Взять. Как его взять? Где его взять? А вот ты. Отлично, давай тушить. Так, потушили. Отличненько. Вы получили легкую травму головы в данный момент. Обстоятельствах это оптимальный. Данный КПК был перезагружен в аварийном режиме с одной директивой сохранить вам жизнь в инопланетном мире. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробными советами по выживанию в базе данных. Удачи. Ага. Ты мне на русском дашь? Или на английском? Вы получили легкую травму за мной. Пожалуйста, остановитесь по инициативе. Вас данных.
Персонажескую КПК привело к потере примерного 6% сохранения. Чертежи могут быть восстановлены путем сканирования найденных обломков с помощью ручного сканера или путем загрузки последней базы данных портового хранилища. В текущих обстоятельствах и то, и другое вероятнее всего найти среди обломков Авроры. Это наша капсула. Корабль Аврора. Костюм. Если вы читаете, значит... Так, корпорация Альтера. Поздравляем, самое тяжелое посади. Ваш КПК автоматически перезапущен в аварийном режиме. Данная операционная система имеет единственную директиву. Сохранить вам жизнь во враждебном инопланетном мире. Если это невозможно, она оповестит спасательную команду о местонахождении ваших остатков. Его функция полный монитор уже Так. Совет по желанию. Оказать первую помощь при необходимости, создать список доступных материалов и припасов, исследовать окружающую среду на предмет угроз и ресурсов, собрать необходимое для выживания оборудование, используя изготовитель спасательной капсулы, осмотреть спасательную капсулу на наличие повреждений и необходимость произвести ремонт, отправить сигнал бедствия с помощью бортового радиопередатчика малой дальности, поискать других выживших визуально или используя радиопередатчик, найти или построить более долговременное жилище, поддерживать физическое и психологическое здоровье по способностям. Примечание. Эта информация предназначена для осуществления общего руководства. В первую очередь вы всегда должны исследовать советам нашего КПК, который учитывает наши конкретные обстоятельства. Так как же мне тебя закрыть, КПК? Инвентарь. Огнетушитель. Чертежи, титан, металлолом. Ага, это чертежи, комплекты. Тарик. Я могу. Если у меня сканер, батарейка и титан. Так, для начала, я думаю, надо хотя бы нож какой-нибудь сделать. Просто нож, или это пока что все, что я знаю и умею. Так, нож. Иконовая резина, титан. Чтобы семена выросли. Так, а как выйти из КПК? Так, настройки, монитор, клавиатура, КПК, таб. О, все. А что у меня еще есть? Так, клавиатура, разобрать, выйти, убрать. Правая рука, назад, вот, скриншот, перезарядка. Так, какие? Поврежденное радио. Используйте ремонтный инструмент. Так. Ну что ж, подняться по лестнице или чему еще? Открыть. Взять аптечку. Блин, аптечка нужна несколько. Так, ладно. Мне, в принципе, проверка контуров неудачно. Все нравится. Поврежденные второстепенные системы. Используйте ремонтный инструмент. Так, сколько у нас там время? 17. Так, ну ладно. Погнали. Аврора получила повреждение корпуса на орбите. Причина неизвестна, признаков жизни людей не обнаружено. О как. Ну здрасте.
Так я буду тебя видеть. Здесь буду. Погнали. Так. О, все, отличненько. Так, у меня еще тратится кислород. О, как. Прикольненько. Подышим. Это же мы можем же аптечку применить. Вау. У нас тут животные свои плавают. Прикольненько. Ух, так. Надо было мне... Что для начала надо вообще сделать? Без ножа я ничего не могу. Вообще ничего не могу. Так, так, чертежи. Угу. Тарейте там. Кислотный гриб. Гриб мы... Так, нож. Силиконовая резина. Резина у нас делается из... Крой семян водорослей. Круто. Окей. Поищем. Что тут у меня есть? По-моему, тут водоросли есть. Да. Вот я вижу водоросли. Да, графику мне очень нравится уже. Что тут у меня? Ага, вон. О, сталкеры. Так, ну-ка. Кислородика. Выйти к поверхности. Я уже у поверхности. Так, это кислородика. Отлично. Так, как бы меня сбить? Известняк. О, титан. Жизнь на планете. Ну нафиг. Вот это забери. Все, валим отсюда. Блин, опять кислород не хватает, ё-моё. Съешьте что-нибудь, что я могу съесть? Сейчас откроем КПК наш. Блин, офигеть. Кругом одна вода. Угу. А что нам показывает КПК? Идеально. Что у меня еще есть? Я же титан взял. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core, sustained during planet fall. Так. Что мне бы сделать? Обнаружено повышение уровня... О, уникальных экологических регенсов. Угу. Чертежи. Так, погнали. Так, вода. Ингредиенты неизвестны. Ё-мо. А как мне жить без еды? Электроника. Основные материалы. Так, инструменты. Стопа. Терная. Снижение. Трубка, огнетушитель.
пасты. О! Наконец-то. Сколько мне ее две надо было, да? Так. Окей. Угу. Ты че, я же взял титан? Или я титан не брал? Так, это круто, у меня уже что-то есть. Это хорошо. Только чем бы подкрепиться, вот реально. КПК, может подскажешь, что пожрать можно? Хотя не, он вряд ли подскажет. А... Да, очень прикольно у нас. Ну что ж. Прошу под воду. Да, особенно тут круто. Где бы мне найти титан? Как ты выглядишь? Так, титан. Блин, я просканировал все это. Так, очень много всего полезного тут есть. Чего выйти к поверхности, ну окей, окей. Все, я на поверхности. Так. Я покушать что-нибудь, рыба. Чего не могу поймать рыбу? Как поймать рыбу? Так, ну-ка, что ты там написал взять? Я хочу поймать рыбу. А, вот эта вот штука выдает кислород. Идеально. Как поймать рыбу? Я хочу поймать рыбу. Так вот тело. О, как круто, рыба Гэри. Интересно, тебя можно будет покормить? Ой, то есть тобой полакомиться, конечно. Кислотный гриб. А, о. Вот эти кислотные грибы. Я все заморачивался с ножом. Так, сколько у нас? 39. Ага. Так, залезь в капсулу. А, отлично. Ресурсы. Соленая, приготовленная еда. Так, рыбка, я теперь тебя скушать могу, да? Не забывай, что люди выживали таким образом на протяжении многих тысячелетий, вы тоже можете сможете. Так. Инструменты. Соленые. Так, у меня новые ингредиентики появились, и это круто. Инструменты. ТП, что я там сделать-то хотел? Чертежи. О, идеально. Медная руда. Так, титан, металлолом устраиваем. Титан, тебе что, из металлолома делают? Основные материалы. О, как круто. Отличненько. Что я теперь могу сделать? Нож!
Идеально. Оружие. Так. Отлично, у меня есть нож. Что я хотел сделать? Я хотел сделать сканер. Мне нужна батарейка. Чтобы сделать батарейку, мне нужна медная руда. Погнали. Так, тут у нас уже день. Идеально. Батарейки, медная руда нужна. Только бы где ее найти? Ты медная руда? Нет, нет. О, семена. Могу получить семена. Тебя зарублю. Ой! Иди, иди нафиг. Это было жестоко. А ты что? Ой, господи. Забракадабра тут, а. Как ты примерно выглядишь? Я тут вообще понятия не имею, как что добывать. Так. Кислород, ё-моё. Давай, давай, давай. О-о-о. Пожалуйста. Не надо. Фу, хорошо. Инвентарь. Так, нафиг не надо это. Зачем я это вообще набрал? А, медная руда. Дороже было. Где мне вообще искать? Весь этот материал, который... Может, мне КПК как-то поможет? Я просто понятия не имею. Блин. О, не. Пожалуйста. Так, ладно, хорошо. Так, опять ты. Вот так давай. Задолбал. Так, КПК. На чертежи. Снаряжение. Воздушный насос. Ручной сканер. Ручной сканер. Транспорт. Морской гвардии. Чертежи. Советы начать здесь. О-хо-хо. Ты мне не можешь подсказать? Так, понятно, надо опять охотиться, ё-моё. Так, надо какую-то рыбу поймать. Опять охота. Пескун. Новая рыба. И
Приготовленное. Пискун. Кушать же ведь нам тоже надо как-то. Как я не могу себе нормальный огород позволить. Так, окейшки, может быть, полазим где-то в металлоломе. Металлолома наберем. Я буду брать все, что могу брать. Так, вот что-то мне подсказывает, то, что ты есть медная руда. Отлично. Просто идеально. Кварц. Что еще есть? А! Блин, пожалуйста. Не нужно так. Что-то вот хорошо, что мне везет с кислородом. Так. Расслабляться с кислородом нам нельзя. Сколько я там набрал? Надо поплавать, поискать. У меня есть один кусок медной руды. Надо еще один кусок. И будет у нас... Ой, я теперь хотел знать, как эта медная руда выглядит хотя бы. Шикарно. Тебя... Да. Титан вон у нас тут падает. Инвентарь полон. Ну, если полон, значит, поплывем сейчас обратно. Домой. Так, вон наш дом. Так. Да, игра очень увлекательна, затягивает прям с первых разов. Так, окей, я тут. Персональная инструменты, точно нет, ресурсы, основные материалы. Дополнительная батарейка. Хорошо. Так, а вот это уже интересно. Энергоячейка. Меньше жизненно, но... Осторожно, продолжать разрушение игра. Продолжаем наблюдение. Так, нам намекает на то, что лучше нам отойти от этой Авроры подальше ради всего хорошего. Но мы пока этим заниматься не будем. Отлично, сканер. Идеально. Электросканер может быть использован для удаления чертежей на основе собранных технологий записи дополнительных биологических данных. Соленая еда. Вода. Надо поймать. Чувачок уже подыхает. Без воды. А от Авроры все радиации прятали. Ладно, я думаю, покину свой дом. Все, что нужно, чтобы жить, у меня уже, в принципе, есть. Но это не точно. У Авроры, как говорят мне, слишком много радиации. Так, вот эта рыба говорят. Так, могут мне сферы применить. Станет стратегию жены. Вот это.
Вот эта рыба, по-моему, может дать нам воды. Да, вот это вот, именно вот эта рыба. А вода нам сейчас очень нужна, потому что без воды нам просто будут кранты. Одним словом. Вода. Ты где? Отличнее. Вообще шикарно. Vital signs stabilizing. Так. Сканер, заряд. Так, ладно, чертежи. Мне бы построить базу. Воздушный пузырь. Фундамент, свинец. Титан. Титан. Для фундамента нужен свинец. И надо бы мою базу сделать подальше. Намного подальше от всего этого. В принципе, у меня уже есть сканер. Так, я могу провести самосканирование. Жизненный план в норме, обнаружили. Так, ладно, с нами все нормально. Гигантские трубы. Ну давай. В коровах причиной является различным решением воды. Максимальный поток воды питательности. Данная конкретная дренажер распускает пропуск воды сквозь трубку фильтрует питательную, но время ее размер предполагает, что она весьма успешна. Оценка. Так. Кислород. Блин. Тебя порадует то, что я сделал сканер. Уже круто. Может быть, мне где-нибудь вот тут базу обустроить? Было бы вполне неплохо. Только как выглядит свинец? И свинец нет. Ты металлолом. Инвентарь у меня полон. Чё же он у меня полон? Так, вот этот мне не нужно. Ё-моё. Давай назад. Наверх. Плывём, плывём. Отлично, кислородика. Вдохнули. Так. Что у нас еще тут есть? Это был не свинец, это был... Мне желательно сделать фундамент, да? Я хочу сделать фундамент. А для фундамента мне нужен свинец. Как ты выглядишь? Ты что такое? Сейчас просканировать можно. Вот это вот опасная рыба. Я думал, безобидная, оказывается, еще какая. Гигантские. О, господи. Так, ладно. Прикольно я прочитал. Рыба. Ищем. С помощью сканера можно нам находить и сканировать новые чертежи, да. Но где бы мне найти? Господи, мне жить.
Рыба пузырь, стой. Жрать мне нечего. А где я все могу приготовить? Правильно, опять своей этой шлюпки, когда нам надо сматываться оттуда. Но мы оттуда не сматываемся. Кстати, такое ощущение, то, что планета прям вот это вот рядом с водой. От Авроры нам советуют уйти нафиг. Радиационно опасный объект, нам они говорят. Так, ладно, это не лучше. Давай, изготовитель. Сделай мне водички. Так, окей. Давай. Нормально. Открыть хранилище. Блин, вот же моя вода, и вот питательные батончики, ё-моё. А это что такое? Сигнальная ракета. Тоже возьмем. Полезные дельцы. Потому что я тут еще не все. Изготовитель аптечек. Не все забрал. Еще. А, ты так и будешь готовить аптечки по процентам. Поврежденные. Так. Я очень хочу уже наконец сделать себе базу, потому что. Без базы никуда. А сигнальная ракета что нам даст? Так, какие сигнальные ракеты еще может давать какой-то свет? Отлично, металлоломец я нашел новенький. Угу. О, как же я заколебался. Я даже не знаю, с чего начать. С базы или с плавательного костюма? Может, нам все-таки надо было начать с костюма, а не с базы? Начинать вот с этого, да? Где костюма еще нет. Есть фонарик, батарея и стекло. Монты, пещерная сера. А, нам нужен будет еще строитель. А из чего сделать компьютерный чип? О, господи. Короче, мы попали конкретно. Я даже не знаю, с чего начать. Так, ладно, давай с вас начнем. Зафиг я там выкинулся. Начнем с вас. Соберите водоросли с помощью ножа. New blueprint acquired. Отлично, их кушать можно. Ой, погоди, ты кислород. О, дай. Стой. Отлично. Покорми меня кислородом. Давай еще, не жалей. Отлично. Тут сталкеры плавают. Так, отлично, титан. Не бушуй.
наберу достаточное количество буквально. Ой, да и... О, мужики! Вы что, меня съесть хотите? Не надо меня есть. Я чувствую, я не доберусь до кислорода. А, нет. О, нет. О, ноу. Классно. Что у меня осталось? Ну хорошо, что все основное-то у меня осталось. Это хорошо. Так, ладно. Надо опять плыть к этим водорослям. Где бы они ни были, я не знаю, где они. Он где-то в этой стороне. Так, а вот это вот очень интересно. Может быть, мне тут что-то просканировать дадут? Интересненькое место. Что-то сканировать можно было. Oxygen. Так, давай, сканируй. Так, бегом. Ну нет, опять я с... да ё-моё, опять я с кислородом не посчитал, ну чё ж ты будешь-то? На самом деле очень раздражает без конца следить за кислородом. Так, ну хоть вещи на месте, ну почти. Чертёж у меня есть? Я нашёл чертёж. Еще поплаваем. Где я? Я тут был, да? Нашел я все тут. Так, ну да, черт, просканировал я. Новых данных у меня нет. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Oxygen. Нельзя находиться у Авроры. Будет жопа, нам говорят. А мы сделать ничего не можем. Так, тут многовато бомб. Да. Мы можем много всего поизучать. Так, вот ты мне понадобишься. Так, за кислородом слежу, да, я слежу за кислородом. Ну стоп, погоди, вот тебя. Oxygen. Так, радиоманьяк. Ух. Искать, да искать мне чертежи. Отлично, ну что-то я нашел, да. Что-то я нашел. Мне бы ласты. Без ласт очень плохо. Очень плохо, однако, без ласт. Так. Сколько у нас там времени? О, уже... скоро пора закругляться серий. Да. Ну, так, это что там? Это сигнальная ракета. Ё-моё. Так, вот эти водоросли. Я их наконец-то нашел. Наконец-то я нашел эти водоросли. Так, сейчас самое главное тут не тупить. Кислородика. Фу.
Так, вот, я вижу. Я вижу нашу цель. Я ее собираю. Отличненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Не надо, мужики, не надо. Стопы. А, так нам и не надо бояться сваливать. Это просто будет взрыв Авроры через 2 часа. Сейчас скоро она взорвется. Будет Аллах Акбар. Бояться нечего. Так. Влакно. Так, ну-ка, а что я хотел сделать? Я хотел сделать ласты. Трубка. Так, для вас мне. Найди. В каком отделе я лазил? Давай, делай. Отлично, ласты есть. Чтобы необходимое снаряжение из доступных местных материалов. Для вашей безопасности эти настройки нельзя изменить. Отлично. Мне бы вас выкинуть. Ладно. А для первых разов выживание очень нормально так. Так, я теперь плаваю гораздо быстрее, да? Где мои ласты? Вот мои ласты, да. Я вижу свои ласты. Так, ты... Что за штука? Ведь металлолом. Я бы еще поплавал, все просканировал. Так. Кислород, кислород. Отлично. Вон еще металлолом. Все этот металлолом сканировать. Структурный анализ. Сейчас мы посмотрим, что это. Чертежи. Ничего новенького у меня нет. Сетчатое окно есть. База данных. Что эти обломки с Авроры? Наружный слой, материалы окисленные, предположительно из-за нагрева до температуры свыше 1200 градусов по Цельсию. Модель соответствует разрушению корпуса при входе атмосферы. Утилизация уцелевших частей судов. Блин. Корпорация Альтера невозможна на юридическом, моральном и техническом уровнях. Однако обломки вроде таких могут быть переработаны на содержащийся в них титан в любом изготовителе корпорации Альтера. Так, дорогие друзья, сейчас давайте вернемся на базу, и в следующей серии мы продолжим выживание в Сабнатике. Да, мы продолжим эту игру. Игра очень затягивает и очень интересна. Я знаю то, что я мог сейчас в эту капсулу зайти под водой, но как-то снаружи поинтереснее. Энергосолнечная ячейка. Ячейки. Так, ну что ж, ладно, дорогие друзья.
С вами был Тутем Паут. Всем до скорых встреч. Всем пока. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы будете ждать новых выпусков. Если хотите новых выпусков Сабнатики, то, пожалуйста, поддержите меня лайками. Ваши лайки мне очень важны. Ну что ж, всем удачи. Всем пока.